Я так и подумала. Решила проверить? Нет. Решила тебе помочь. Интересно, каким образом? Хочу научить тебя расслабляться. Ты слишком много работаешь и совсем не умеешь отдыхать. Может, я просто люблю больше работать, чем отдыхать? Ты невротик. Допустим. И что? Хорошо. И как ты научишь меня отдыхать? Тебе нужно будет слушаться, что я тебе скажу. О, нет, это не для меня. Ну что ты опять устраиваешь? Я не устраиваю. Ладно. Тогда делай то, что я тебе скажу. Для начала расслабься. Хорошо. Что на тебе надето? Что? Что на тебе надето? А, ну, брюки, пиджак, обувь. Если ты спрашиваешь, голый ли я, то нет, я не голый. Отлично. Ну, теперь нам придется тебя раздеть. Я замерзну. Совсем чуть-чуть. Снимай обувь. Это обязательно? Угу. Хорошо. Снял. Теперь выйди во двор. Хорошо. Выйди на газон и закрой глаза. Иду на газон. Почувствуй стопами каждую травинку. Ай, ой, ай. Сконцентрируйся. Следи за своими ощущениями. Холодно или щекотно? Да. Ничего не говори. Просто чувствуй свои ощущения. Отключи голову. Ты можешь сесть на траву и прикоснуться к ней ладонями. Так. Ну все, я испортил себе брюки. Какая она? Влажная. Или сухая. Почувствуй, как трава щекочет тебе шею. Ну все, теперь и пиджак. Приятно? Теперь открой глаза. Сереж? Сереж?